обзор опасных моментов и заброшенных шайб. Их было сегодня 7 суммарно. В матче Номад-Орлан 5-1. Номад впереди. Итак, представляем вашему вниманию опасные моменты и заброшенные шайбы. Это бросок Белохонова, с которым справился Вячеслав Ничиенко. И это момент, когда отличился Владислав Власов. Выкатился на пятак Александр Воронин, и Власов доработал этот момент до конца. И 0-1 в пользу команды из Рудова. Затем Муравьев прорвался к воротам. Нурек спас свою команду в этом моменте. И Линник здесь вынудил вступить в игру голкипера команды Вячеслава Ничиенко. И затем мы с вами видим, как отличились второй раз в этом матче рудничане. Алексей Бархаткин с передачи Владислава Власова забросил вторую шайбу своей команды в этом матче. Молниеносный бросок Алексея Бархаткина. И 0-2 в пользу команды «Горняк». В первом периоде мы с вами больше заброшенных шайб не видели. Это момент, когда Линник угрожал воротам. И здесь отметим игру Владислава Нурека. А во второй 20-минутке «Горняку» удалось отличиться дважды. В частности, Владислав Власов. Это момент, когда атаковал Ян Хоменко. Были возможности у «Алтай-Торпедо» во втором периоде. И Владимир Кротов у «Горняка» мог отличиться. Это момент, когда Садиков выдал великолепный пас под бросок Власову. И 29-й номер команды «Горняк» был беспощадно точен. После чего «Горняку» удалось отличиться вновь. Артем Сошников, уже находясь на пятачке, сумел шайбу отправить в пустые ворота. 0-4 по итогам двух периодов. И в третьей 20 минутке мы с вами увидели еще три заброшенные шайбы. Сначала Ахмед Валиев сумел завершить красивую комбинацию с участием Муравьева, который выдал идеальный пас и не смог закрыть ближний угол Владислав Нурек. И Руслан Ахмед Валиев сделал счет 0-5 в пользу команды «Горняк». Не смирились с тем, что преимущество в 5 шайб у гостей, и все-таки смогли организовать единственное взятие ворот. Андрей Караваев открылся на дальней штанге и шайбу направляет в пустой угол. И после этого «Горняк» сумел забросить 6-ю шайбу. Автором ее стал Руслан Ахметвалиев, который оказался перед воротами после броска Муравьева. Шайба коснулась Руслана Ахметвалиева и 6-й раз оказалась в воротах Владислава Нурека. Победа «Горняка» 6-1. Завтра 17:00. Вторая игра. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго, уважаемые друзья. До свидания.